Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить второй Far Cry, может быть даже заканчиваем, но вряд ли, я думаю, еще одна будет серия потом. Я взял это ружье с дротиками, это я забыл, что я его купил и не попробовал. Во-первых, посмотрим, что с ним делать, как водится будет. Вот. Насколько я знаю, он то ли усыпляет, то ли что-то такое, то есть, по идее, это для стелса. Вот. То есть можно издалека всех перестрелять этими дротиками. Скорее всего, они проснутся через какое-то время. Ну, понятно. Так, тут рядышком уже, поэтому я, в принципе, решил. Где все? Такое. Но они не слышат, да. Кому он их убивает? Судя по всему. Я просто на этом посте хотел просто попробовать, что это за штука такая. Ну да, вот так целый аванпост можно перебить. И, кстати, самое интересное, что он на четверку встает. Ну, это, конечно, все прекрасно, но... Кстати, подумал, надо немножко по-другому. У меня УЗИ на второй. Надо по-другому сделать. Надо на вторую взять ТЭТа, а на четверку взять... О. Теперь у меня здесь гранатометик, тут этот, все. То есть гранатометик, если что, есть. Тихо, ты че? Машинку взорвать можно какую-нибудь, все остальное. Так, вот этот эксперимент, они залезть перестанем все или нет? Не, надо же, пока еще нет. Прям странно, я думал зарезаться. Так, ну здесь сейчас будет какая-нибудь, естественно, хреноблуда, правильно? А, нет, здесь мирная зона, окей.
Где там написано, какой акт? Да, вроде нет, ладно. How's it, brother? Нормально, брат. Брат, братан, братишка. Orders, man. I need to hold your weapon. Да я знаю. There you are. Garof. So here's what it's come to. Me in charge of the whole operation. I intend to take the situation in hand once and for all. Show these little boys how it's done. First order of business is get rid of Bantui. Clean slate and all that, you understand. You'll find him at the brewery. His guards are with him, so you should expect a fight. Mm-hmm. Okay, well, here are the details. Okay. I'll be in Port Salem. Come and find me in the office when you're done. Okay. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Оп, дарадам. Так, что у нас там? Пивоварня ведь Мантуя. Похоже, Грифс действительно настроен серьезно. Со смертью Тамбуса он теперь глава СНС, и он посылает меня раз и навсегда решить проблему с Мантуя. А я найду Адди в пивоварне. Так, а это, скорее всего, будет в центральном городе, да? Нет, пивоварня. Блядь. Так, нет, погоди. Seen the hippo? Fuck. Giraffe? Too many to count. That's like a merc? No, I've never seen that bloody animal. Yeah, me neither. Так, раз лодка есть, значит отсюда можно плыть. А, да, вот здесь проплыть нельзя, потому что здесь мели. Так, значит, я такой сажусь. И бур-бур-бур-бур-бур-бур. Ну ладно, окей. Встретимся тогда там, что да как. Ну вот я практически приехал. Что-то опять я здесь. Извиняюсь, у меня матушка позвонила. Хорош, что все проседает. Где-то там этот минометчик ебаный, ну пойди его найди. Так, отлично, вовремя выстрелил. О, нет, далеко. Как вот они на такое расстояние видят, куда стреляете? Понимаете, как в четвертой части, там прицел такой, типа, вид с воздуха, блядь. Он не очень реалистичный, типа, что там, дрон шуй какой-то летает. Но, блядь, это вообще пиздец. Get
дробовик прям хорош. Так, что у меня теперь? А, просто поехать за сюжетным заданием опять? Окей. А, кстати, там было же написано, какие-то новые эти оружки появились. Давайте-ка заглянем. А где у меня ближайший? Утонуло. Ну да, как будто сначала типа газ, прочее, ну я не знаю. А, не звук перезарядки, это звук, когда газ перестает. Ну, тогда логично, тогда ты кидаешь газ, он там дымит, и ты туда следующим зарядом. То есть надо стрелять два раза получается. Вовремя я сообразил, конечно, про это. Но... Так, ну сначала сейчас возьмем задание, а потом уже тогда в оружейку поеду. Что там за новое оружие? Заодно алмазов еще подкинуть. О! Потому что это либо просто типа глюк, но... Ну, вообще бывает, что по этому... Так сказать, с продвижением по сюжету подкидывают новые стволы. Так. Wait, I'll need your guns and all, man. Я дышу. Сам ты лузер, блядь. Hey, you want to join forces, you and me? We could take care of Voorhees and Carbonell, then we'd run United Front. We'd be big men. They're out of time, Malko. You know the no good diamond mine west of the port? It's a hole in ground, totally. Он сказал, ты знаешь, та самая алмазная шахта без алмазов. No diamond этот шахт. Nobody know you did it. I learned some things working for these warlords, like you pay for the best, and you are the best. Спасибо. A lot of money in there, and more later, we'll both get rich. Diamond mine? Fun job for a guy like you. Я там был уже, тем более. Ну, я такая хуевенькая. Да. Good. You know those guys never liked you anyway. Давай, все, пока. Пока, блядь, сказал. Special high for you. Окей. Okay. No sequel for you. Так, ждите. Надо укалываться перед тем, как на серьезные задания идти. Так, а теперь-че, где у нас все это? Вон там. Так, когда я сделаю наоборот, я возьму сейчас в автобус, доеду до этого, до книжного, хотел сказать, до оружейного. То есть поедем с той стороны лучше. Ну да, и место это знакомое. Так, все, приехал. Давайте посмотрим, что здесь за новое оружие. Текс. Ну это было. Пиздёж, однако, нету тут никакого нового оружия. Ай-яй-яй, как некрасиво. Как некрасиво, зачем врешь? Так и так.
Ну, для коллекции игра, конечно, Rocket Launcher тот. А вот пулеметик я, пожалуй, возьму. Поменяю, похожу с ним. Так, да-да-да. Как он у нас называется, этот пулемет? М249СО. Где он тут? Надежность, подожди, а вот, точность. Так, не, подожди. Сменить. Во, 24, что тут еще можно сделать? Ящик, ладно. Хотя раз 24, давайте там это, может я какое-нибудь оружие. Просто опять же для коллекции, у меня есть еще там эта винтовка не купленная одна. А, 35. Кстати, у меня одна осталась всего. Вот одну ее купить и будет полный комплект. Окей, купим, не вопрос. Что я купил последнее? Я сказал, чисто, тоже типа чисто для коллекции. Вот здесь снайперка еще одна будет, да. Дротики это, ага. Все. Ага. А, вот Rocket Launcher, да. Так, ну давайте вот верхний попробуем. Так, надо что-нибудь там еще. Все. Ну, она по-другому выглядит, да. У меня патронов, по-моему, больше. Кстати, 200. У того, что ли, сотка, у того 200. Ну, я имею в виду, который вот и прям в обойму влезает. Давай покрути, посмотри. Кстати, Rocket Launcher я тоже не крутил, по-моему. То же самое, что и у того. Окей, так. Эти я все смотрел, что он с ними делает. Я со всем этим все смотрел, что он делает. Даже с... Ну, давайте вот миномет чисто мне сейчас интересно. Я хочу его попробовать, правильно я понял или нет. Есть кто-нибудь поблизости такой? Там есть, допустим, аванпост. Ну, мне не надо аванпост. Так, вот я запомню, что вот настолько я сделал, окей. Нихуя не понял, ладно. Нет, не второй раз надо стрелять. Ну и ладно, так, давайте. Я не помню, смотрел я или не смотрел. Откуда вы там, блядь, взялись? Ну вот реально, откуда ты здесь взялся? Случайный, блядь, патруль был, ну. По-моему, я смотрел, но я не помню. Потягушки.
Остальное вроде я все смотрел. Пистолеты, УЗИ. Какой-то пистик один я еще туда купил, но... Ну, для коллекции, говорю, пускай он будет. Ну да, оно протирает такой. Да. Так, итого. Этот. Все, поехали. Ну, блядь, он просто здесь стена, и вот он здесь появился. Чё, почему, блядь? Мне тепереча назад. Я вот из этого с аптечного блокпоста, скажем так, приезжаю. Блять. Так. Не, ну может, конечно. Потухни, пожалуйста. Поехали. Чё пляшешь-то? Радуешься, что не сгорело? Что-то я хотел уже в другую сторону почему-то повернуть. Текс. Ну шо, ребята, демократы. Не жалуйся. Заебись, да. Это надо было, потому что заехать в этот ёбаный дом, блядь. Нажать на этого долбоёба, блядь, чтобы он сообразил. Ай, в пизду. Как же хорошо, что я тут сохранился. Возможность этого хуеплёта завалить. Угу.
О да, эти парни, которые видят меня через стены, блять. Вот они за забором стоят, я с другой стороны забора, и он стреляет четко в меня. Он знает, вот за этим забором стоит мой враг. А вы говорите, блядь, ну, бля, ну, не вы конкретно. Типа, что, бля, вот в третьем Far Cry ты можешь видеть врагов сквозь стены, так нереалистично, так тупо. Но эти парни, они уже живут в третьем Far Cry. Как говорится, хоть кого-нибудь, блядь, видно было бы, ёба вашу рот, блядь! Пиздец, блядь, что ж за говно такое? Зарекался же, блядь, ночью ходить. И так не видно ни пизды, нет еще ночью. Ну ты, может, сдохнешь, блядь! Пиздец, их, блядь, меньше не становится нихуя! Встретиться с Рубеном в баре Марина. Мне позвонил Рубен, ну, чувак, короче, он хочет встретиться со мной в баре Марина, говорит, что его история получила какое-то развитие, что значит, что Шакал может быть замешан. Кроме прочего, Рубен предупредил, что у нас могут быть гости. Заболевания четвертого уровня, дела идут хреново, неудивительно, что они называют болезнь малярии. Я бьюсь в конвульсиях, и у меня жар, мне нужно принять таблетки. А люди считают меня воплощением самого дьявола, ходят слухи, что я пожираю своих жертв, или что, что я предпочитаю не убивать сразу, но смертельно ранить, смотреть на мучительную агонию. Милость выбраться из той тюрьмы. Спасибо, Хаким, я у тебя в долгу. Чё, блядь, Хаким сидел в подвале связанный, когда я его нашел. Каким образом я в долгу у Хакима? Но заинтересовался мной лишь Ник Грейвс, который отчаянно пытается сделать так, чтобы АСР не распался. Ему нужно было уравнять шансы с противником, а значит Мумбаи должен был уйти. Мумбатуи. А когда страсти после кризиса улеглись, я нанес визит в штаб UFFL в порт Селау и был удивлен, узнав, что Канкарас жив, здоров и сидит в кресле своего покойного босса. Бразды правления держал его бывший коллега, сам он чувствовал себя отстраненным и от принятия решений, и поэтому решил, что следует устроить перемещение должностных лиц. Когда еду в бар, естественно, включусь. Да, сожри. На. Ном. Так, ладно, вот я плыву. Уже близко. Ау. Боржон там это затопил, да, он говорил, что он затопит. Oh, it's me, Captain. Talk to me before you leave.
Ну вот я с тобой. А, когда буду уходить. I paid your friend and lieutenant a lot of money so that you and I could talk. This is an expensive conversation we're about to have here. И че? I don't know if you've heard, but there's been an incident at the airport. Some kind of shootout at the OK Corral. These men are taking me there so that I can see it for myself. Or maybe they are taking me there to kill me. Who knows? Look, if things get complicated, can I call you? Nobody else will help me. Even my employer is useless. I need to know I can count on you. Otherwise, I can't bring myself to get into your car. It is getting harder and harder just to stand by and write in my notebook and think that's going to change anything. There are days when I wish I were you. Hey, come here. I want to talk some business with you. Keep your phone charged. I'll see you soon, hopefully under better circumstances. Hey, been a while, man. The boy's Seiko. A lot has changed since then. Кто? Hey, you've been busy, you and the UFLL, I understand. I've been busy too. I've been thinking about it. You and I could help each other. Да серьезно? Both Gilfoy, Greaves too. Those guys can't help, they can only hurt. We'd all be better off if those guys disappeared. Maybe you agree. I've got a plan. Once they're both dead, I can make good things happen with the APR. With you. Together, okay? I'll pay you a lot of money to do this job for me. It's worth it. All you have to do is find your way to Seppoko and take care of them. Then we can get to work. My man. Ой, ну естественно, блять, куда же мне еще может быть, как не в другой конец ёбаной карты. Ну, блять, само собой. Не, ну ладно, я сейчас на автобусную остановку, оттуда я даже, наверное, вырезать ничего не буду, потому что здесь довольно близко все. Так. Знаете, вот он. Лодок получается только два вида, что здесь. Эти, это вот, и такие здоровые. Так, погоди. А, да, все правильно. 25 же там, по-моему, стоит. Ой. А, у меня 49 сейчас, отлично. А, кстати говоря, ну-ка вот, улучшение, что тут есть. А, тут вот можно, все. Ну да, вот одной еще пушки здесь не хватает. А, это основное, дополнительное, специальное, транспорт. Болотная, рыбацкая, их две, да. Мне ж сюда, чё я тут куда-то ломанулся. Так, где тут у нас? Что-то я это не помню. Хотя, наверное, и была. А, не-не-не, помню. Так... Мне наверх, да? Да. Честно говоря, думал, что уже прям сейчас совсем конец. Ну, может, 21 тогда серия будет. Я, честно говоря, хочу до конца уже пройти и все. А зыбал же, да, аж зыбал. Аж что, правильно, аж зыбал. Так, поехали вот так. Хотя как можно поехать по-другому на эту миссию?
Так, что там пишет-то? А, направляться к Сепоку, убить Грифза и его помощника. Рубен не врал, гости в баре Марина были. А, Артур Куэппо появился с юга вместе с другими командирами СНС после смерти Тамбосы. Грифз укрепляется, но Аврора Куэра вдохновлен моей чисткой во флот. Он хочет, чтобы я убил Грифза и его заместителя Сепока, пока он переезжает в кабинет Тамбоса. То есть, типа, одного... Просто убить всех нахуй, просто всех абсолютно надо поубивать. Вот. Бегают уже, забегали. Ветер будет туда. А, ну вот я здесь был, по-моему, да. Какой-то тут плёнка там находилась, типа того. Молодец. Я просто помню даже, где он. Так, чё, пацаны? Секут, не хотят меня искать. Пацаны! Так, а мне туда. На! Are you crazy? We gotta hold our boat. Stay alert. Бля, бутылку за чувака прием, прикиньте. Пьянство, бой, короче, бля. Я у тебя заберу, пожалуй. Я к тебе ползу. Подвела тебя твоя тренда. Охуеди. Я ж взорвал вашу, хотя может другие уже вещают, я что-то не послушал. Так, ну что, ребята... А, подожди, Миш, туда. Я понимаю, когда ты убиваешь одного, можешь типа со вторым договориться, ну, в пизду. Никаких переговоров. Чё, тебе тоже, блядь, пиздюлей отвечу? Давай, сейчас тебе. I want you on my call. Well, here I am. I'm at the airport at the moment. They've rounded up all the journalists. They say they are going to deport us or worse. Please, if there is any way you could come here, I'm sorry I have to ask, but I've run out of options at the moment. Да ладно, чё? А же огонь не поджигается, этот, масло просто так. Обычно выстрелишь, и оно поджигается, ну, в играх. Текс! Куда нам ехать? Не, ну это тоже, ну, блядь, хотя далековато.
Ладно, нахуй, вырежу. Так, я туда приехал, значит, найти Рубена в ангаре аэропорта. Только что позвонил Рубен. Его вместе с несколькими другими иностранцами задержали ополченцы в аэропорту. Его депортируют, если повезет. Полагаю, мне нравится его репортаж. Он слишком много рассказывает о том, как воюющие группировки пытаются остановить исход из страны мирных жителей. Надо спасать его. Я заехал по пути в магазин, поменял на снайперку. И купил ту, которая... Ну, еще одна, короче. Ту, с которой я не буду ходить. Ой, блядь, я эту миссию помню. Потому что я здесь не мог тоже найти, где-то минометчик странно сидит. Ага. Ребят, погодите, мне сначала надо этого дебила угомонить. Так. Роберты. I can't believe this has happened. Well, actually, I can. I've been thrown out of countries before, usually when the military intends to inflict serious harm on the citizens. All bets are off. This war of yours has reached its end game. This will be the last time we speak. I'm going to pay you back for your help. There is only one currency I can offer, and that is information. There it is. The API and the UFLL have called a truce. Unity at last, eh? But that's bad news for us all. We've joined forces. The first order of business is to shut down the riot. You know the one I mean. There's an uprising taking place right now at the old prison. The Jackal is responsible. I'm sure of it. Everybody has to choose a side now, I suppose. No more bystanders. And that includes me. They told us we could evacuate, but I've decided not to leave. This is my last war. For better or for worse. I am African. This is my home. I have to do something. These are for my family. My wife, Michaela, and my little daughter. If anything happens to me, please make sure they get these. You'll find the address inside. Find the job. Take care of yourself. Так, ну отлично, да, теперь точно будет финал скоро. А, то есть она такая даже совсем сюжетная. Окей. Ну ладно, давайте мы на этом на сегодня, собственно, закончим. Значит, следующая серия будет последняя. А вот, пока что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацельс и Cup of Creep, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах, и по возможности поддержите канал материально, ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры, и всем пока, в следующей серии буду заканчивать. На этом начну поближе, естественно. Все, всем пока.